И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Edge Reborn. И сегодня мы пойдем под воду. Че, я зря очки надевал, что ли? Ну, конечно, не только из-за этого. Состряпал сет. Дает сейчас 3300, ну почти 3400 хп. Ой, брони. Металлический сет дает мне 3900, но он по максимуму раскачанный. Это я не могу по максимуму раскачать, потому что закончилось шелк. Да, шелк добыть можно с шелкопрядов, но шелкопряды, в общем, фармить их такое еще удовольствие. Его можно состряпать. Стряпается он из волокна и гелиодильщиком. В общем, тут без вариантов, все упирается в воду. Для элемента мне нужен жемчуг. Для прокачки брони мне нужно шелк. Соответственно, гелиодильщика дело такое себе, короче, прям... В общем, гелиодильщика, жемчуг, это все, идем под воду. Побегал я немножечко великом, да. Что-то я как-то притомил, ее сразу же забыл про нее, но великом побегал, это, конечно, вообще кайф. Вот это вот прям просто... красота. Прям кайфово пару альфачей завалил. Конечно, урон они вносили жестко, но на килках вывез, как говорится. В общем, прикольно, прикольно. Ну, а сегодня пойдем, конечно же, на нем горцевать. Так, ну это можно забрать. Потому что с инвентаря они работают. Кстати, да, если нажать на H, то мы видим, что... Ну, не на H, на... На H. Короче, русская R. И видим, что дают эти шмотки. Если по-простому, перчатки дают скорость крафта 50%. Броня дает вес. Видели, да? 2000 и 1000. Точнее, наоборот, 1000 и 2000. А что дают штаны? Забыл. Ботинки дают скорость передвижения. Вот 275%. 220%. А чё дает броня? Ой, не броня. Такс. А штаны? А, стамина. Восстанавливает стамину и... 20%. А, и общее количество стамина увеличивает, точно. В общем, суть в чем? И каждый он дает по регену ХП. По единичке реген ХП. Кстати, вот эту информацию можно было написать на Вики, но на Вики написано просто тупо вот эта вот первая строчка информации. Реген ХП плюс один. И сет весь дает типа вот эту вот. То есть на Вики информации, ну, примерно, ну ладно, не 0, а 1 из 10. Скажем так, от того, что такая Вики есть, толку-то не сильно много. Вот, все равно все познаешь в игре. В общем, теперь я бегаю быстрее, веса ношу больше, крафтится все быстрее. И все. О, весануло. Все очень даже хорошо. А самое главное, в следующий раз я не буду строить огромные постройки. О, как меня от нее бесит. Так. Под воду, точно. Бежим под воду. Что мне нужно? Ну, во-первых, мне нужен жемчуг. Так что мы пойдем, конечно же, по нему. Кстати, да, здесь вот у меня стоит этот предметик. И сюда автоматически все со страйда раскидывается. Слишком далеко не получается ставить. Но я потом придумываю, как все это дело перекидывать на базу. Ну, либо потом что-то еще придумаю. Бесячая все-таки база. Но я хотел такое сделать. Фигню, я ее сделал. Это самое главное. Здесь, как видите, сейчас вообще никого нету. Я все зачистил. Так. А, не здесь. А мы пойдем. Так, как они у нас? Удильщик же называются, да? Удильщик. Так, это Х, а вот и удильщик. Ну-ка, давай посмотрим, сколько у вас. Нормально так подвисло. Это их так много, что ли? Их? Ни хрена себе. Нет, это, конечно, хорошо, что их много.
Ну, ни хрена себе. Так, ладно. Удильщики находятся там. Около секвойки. Так что около секвойки и будем находиться мы. Так. Пара-пара-папам. Что я хотел? Я хотел древесный сок сразу же... Ни хрена себе его. Оказалось, недавно собирал. Так, так, так. Оп. А вот и огненная кисо. Ну что, погнали. Кстати, да, я посмотрел, что там было по урону. По урону та киса была лучше. Там было 40, здесь 37. А вот по хп это была поусиленнее. А, Диморфодон, я думал Пигмастакс. Ну ладно. Это что, Феникс там застрял? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Тейк. Да хорош какать. Сумочек нету? Не, ну а вдруг? Сумочек нету. Так, мне нужно явно обойти. Сделаем по-другому. И здесь уже вызовем. Что-то я не подумал, что я... У меня стоит перед водопадом. Секвойки. Да ёбстудей. Ну ладно. У меня медленнее кислород расходуется. А не, показалось. Ладненько, погнали. Погнали за удильщиками. Они всегда находятся на дне. Тустиутис. Ну, почему бы нет? Может, щупальки когда пригодятся. Так. Нефть. Слушай, ну нефть это тоже надо добывать. И, значит, мне получается нужно надеть вот это вот добро. Так, добывается с помощью кирки. Оу, добрый вечер. Нормас она так добывает. Кирочка кирка. Добывает дофига. О, жемчуг. Это простой жемчуг или черный жемчуг? Простой, слава богу. Потому что черный не нужен. Конечно, здесь можно попробовать вызвать металлического своего чувака. Сборщика Харвестера. Но... И так нормас. Вообще, мне нужно... Получается, что? Мне нужно открыть весь тег. Для того, чтобы открыть весь тег... Мне нужно завалить боссов. Для этого мне нужно будет формануть все артефакты. И... Так, ну, кстати. За мной гони. Отлично. Мне нужно будет формануть все артефакты. И завалить всех боссов. Вот я только не помню, а есть ли разница между тем, как, какие открываются этим? Парам-парам-пам, как они? Рецепты. От того, каких я боссов валю. Альфа, бета, гамма. Тоже вот надо будет это посмотреть. Есть разница, нет? Я потому что не знаю, можно еще как-то... Слушай, пошел за удильчиком, нашел жемчуг. Вообще просто красота. Удильщиков еще успеем
наудить. Вот, но пока это хорошо. Слушай, а вот я сейчас туплю. Удильщик же добывает. Удильщик добывает жемчуг. Вот я дебил. Мне сейчас надо просто притомить удильщика и им добывать жемчуг. Отлично. В общем, если нет других вариантов... Так, ладно, здесь уже соберем, потому что я не факт, что сюда вернусь еще. Вот. Давай уже дособираем. Все, отлично. В общем, не знаю, как еще этот... добывать рецепты. Но одно могу сказать, что как вариант боссов придется все-таки валить. Удильщики. Вот они уже поперли на меня сразу же. Это очень удобно. Тем более идут мелкие левела. Такого подстава они точно не ожидали. Гель удильщика до усрачки. Братва! А что за месиво у вас тут? Тут синенькие. Кнедари, мать его, за ногу, а? Вот это ж ты, короче, меня бесишь, так бесишь, тут не поспоришь. Да уж. Это подстава. Подстав. Хопа. И не проканала. Дебил. Ну дебил же. Ай. Дебил. Еще не ту кнопку жал. Ой, под водой могу нормально хавать. Отлично. Гнедарья, про вас-то я и забыл. Вот с вами-то и нужно быть аккуратнее. Ладно, от всякого скопления нужно держаться подальше, это факт. А то, я боюсь, там меня в какашку превратят. Во, наконец-то дебаф ушел. 300 левел. Ага, отлично. Мне нужен 300 левел. Ну, чтоб уж максималка, так максималка. Дунклясты, мать ваша, вы чё, дурные? Вот дурные отродья, а? Я чё, аммонитом помазанный? По ходу дела. А как вам такое? Что-то, в общем, здесь произошло. Что-то, в общем, там явно хорошее произошло. 8000. Ну, 8000 это уже неплохо. Шмотки-то я смогу улучшить. Так что это уже хорошо. И уже разгрузились немножко. Интересно, что они такие агрессивные? Мне казалось... Да, не сильно лучше стало. Мне казалось, они раньше не такими агрессивными были. Так, ну ладно. Поищем удильщиком. 295-й, 205-й, 240-й.
Так, ты через оглушение только томишься. И требуется обычный корм. Тоже неплохо. Да уж, подводная фауна не очень дружелюбная, я бы так сказал. Да, еще бы, конечно, ваншотал, вообще было бы красота. Но он не должен ваншотать, он должен оглушать. Так. Ладно. Немножко повеселились и хватит. Нам сейчас нужно что? Десятка. Отлично. Нам нужно найти удильщика. Ближайшего удильщика. Где ты? Угу. Че ты дохренища? Давай сделаем хотя бы вот так вот. 290, 300 на тот случай, если... Оп! Опять нужно будет их искать. Так, ближайший у нас вот здесь. Отличненько. Будем пробовать томить. Дункриостея нужно будет избавляться обязательно. Ага. Ага. Отлично. Сдох. 270-й, 245-й. Так, мне самое главное нужно что? Мне сейчас нужно взять тек-райфл, чтобы я мог оглушать. Вот о чем я забыл. Так, возвращаемся на базу. Так. Взял тек-райфл. О, книдари заспомнились. Это я удачно пытаюсь свалить. Так, мне нужен удильщик. И вот это, походу, дело он. Вон тот. Отличненько. Думал я. Сначала. Так, отлично. Давай пробовать сначала избавиться от этих всех говнюков. Я поставил на создание шелка уже. Но я думаю, если бы он ударил, то этот удильщик уже бы не спал. Вот я прям в этом уверен. Так что все хорошо. Тёп-тёп-тёп. Тёп. Ага, отлично. Отличненько. В покебол убрали. Все замечательно. Вот книдари это, конечно, да, это еще та жопушная жопа. Винтовка. Ну да, под водой, естественно, не работает. Так. Да, какое нафиг оглушение. О! Слушай, это неплохо. Да уж. Сказал я и сделал глупость. Сорян. Давай по новой. Угу. Что-то я думал, у меня заряды не работают. А, не работают. Я до сих пор еще понять не могу, как это все дело работает, если честно. Ты в руки это говно возьмешь? Пожалуйста.
Эй, ладно, короче, давай, отплывай уже. Раз дебил, не можешь в руки взять оружие. Они немножко раздражают, я вам так скажу. Ну да, я вот примерно про это и подумал. Так. Первый пошел? Не, не уйдешь. Ох ты, нифига, ты жирненько такая. По хп-то, а? Ты посмотри-ка. Вот ж тварь. Ха! Она убилась. Она просто об тенегриво убилась. Да, я еще за него переживаю. Точнее, за нее. Ой, что-то пойдет не так. Ага. Тенегрив, у которого шипы. Да, я могу. Ну ладно, биотоксин добудем немножечко. Тоже хороший вариант. Хотя он мне нафиг не нужен. Вроде бы. Но никогда не говори, нафиг не нужен, пока не добудешь его в большом количестве. Так. Убираем топорок. Вызываем. Управляем. Ну да. Чувствуете, да, насколько разница? Давайте ее все-таки здоровечко прокачаем. Лишним точно не будет. Не добываешь? Нет. Этот Дункрастей должен добывать вроде бы. Чтоб уже не переживать, куда возвращаться. Отлично. Вот это я уже понимаю. Добротно. Единственное, только какой-то эффект дебильный. Вот это, видите, розовенькое все по краям. Но раздражает меня это дело. О, ушло. Здорово. Отлично. Нужно больше экспы. Вот, уже неплохо. Да, конечно, вот еще будут вот от этого шока как-нибудь что-нибудь придумать с ним. Но это уже надо конкретный подводный динс, чтобы от этого спасаться. Так, вот с этими ракушками точно надо держаться подальше. Ну вот что ты за Дункрастей такой нехороший? Что там, электрофокус, что ли, этот? Электрофобус. А, электробус. Электробус. Я забыл, как он обзывается. Угорь, короче. Слушай, ну неплохо. Неплохо. Столько жемчуга добыть за раз, это прям вообще огонь. Так, с уроном. Не, это удильщик у нас тусует тут. А, хотя чё. Погнали. Давай раз на раз иди сюда. Отличненько. Не, ну Дункрастей я точно раз на раз не буду мочить. Это немножечко будет тупо. Я задолбаюсь хилки юзать просто. Не, ну красота. Так, с жемчугом мы, значит, проблем сейчас иметь уже не будем. Это хорошо. Потому что... Хоть что-то, хоть как-то будет налаживаться. Хотя, если честно, давно надо было уже сделать так, то удильчика притопить, и все было бы хорошо. Жопа ленивая. Слушай, я на базе сортировку-то не могу сделать. То чего уж тут говорить-то про что-то серьезное. Не, ну жемчуга, конечно, вообще огонь.
Я вот не помню, кнедарии сбивают, но они вроде бы не сбивают только с мозазавра. Еще вроде бы с кого-то, но судильщика, по идее, должны сбивать. Так что, что-то все темнеть стало. Так что рисковать лучше не будем. А лучше так погорцуем. Ну, замечательно. В общем, 20 тысяч есть, это уже хорошо. Немножечко прокачаем. И уже хорошо. Так, все из инвентаря убрал. Отличненько. Все, уже лучше. Ну-ка. Вот это я уже понимаю. Сразу так надо просто делать было. Я забываю про это дело. А, вот, на иконке КДшка. Во! Нашел, где КД. Отлично. Я тупой просто, но это нормально. Это нормально, это бывает. Так, биотоксин. Ну, тоже нормально добылись. Так, с судильщиком что делать? Ну, по идее, вот в этом он может храниться, по ходу дела, нормально так. Здесь и вода, да и как бы я там все равно у себя буду в озерце доставать, чтобы лутать жемчуг. Так что в этом плане и кормиться будут успеваться. Отлично. Да. Как говорится, легче было посмотреть, что мне нужно оставить, нежели то, что выкинуть. Так, ладно. Что у нас остается под водой сделать-то по-нормальному? Кроме добычи ресурсов. А пока что нечего. Если так подумать, то мне сейчас ничего и не нужно. Единственное, что я хотел кого-нибудь притомить, какого-нибудь мощного, чтобы поплавать под водой. Но проблема. Все, вспомнил, что я хотел вообще из-за чего воду нырять. В первую очередь, с чего началось. Это мне нужны саваж киры. А, саважи. Вот. Диксидис, Мегалодон, Мозазавр, Тустиутис. То есть 4 саважа. Вроде бы с них должны дропаться рецепты после убийства. Но! Твою мать, сколько хп? Это, конечно, да. Это, конечно, да. Так. Что у нас еще есть? Тиранозаврет, Утар, Раптор. Саваж. Ну, это понятное дело. Гигантозавр. И Карнотавр. О, да. Еще так, походу, дело это. Карнотавр-то самый легкий. Будет. Это ж саваж. Он дофига урона будет вносить. Так, давай, ты пыхнемся на синий. Обелиск. А от него уже пробежимся. Мне что-то это не нравится. Как бы и этот не был под текстурами. Упс, баллон. Хотя, вроде бы нормально. 2000. Сейчас опять будет там 500 метров и до текстуры, как говорится, и все. И будет тупость. Ёпс, тудей.
Так, ну пока все очень сильно обнадеживающе. В плане его присутствия. Я еще не знаю, сколько урон он урона вносит. Что самое главное. Я боюсь, мы можем отсюда не выйти живыми. Твою мать, просто в какую-то бездну залазю. Отлично, край карты. Так, ну хоть какой-то это... Хоть какой-то посыл на то, что я не на одном месте стою. Чш! Какого хрена? Он, походу, реально был под текстурой. И с моим приближением он просто... Игра его сожрала. Твою мать. Это немножечко раздражает. Так, ладно. Погнали до дома. Так, ладно. Пофиг на это все дело. Давайте немножко обрейдим шмотки. Мне нужен чутка жемчуга. И посмотрим, сколько... Как говорится, не были ли мои труды напрасные в этом плане. И... Ну, по идее, я должен получить больше броню. И... Ну и, соответственно, плюхи. О, двойной ап, что ли. И это... Ну да, по идее, я должен получить больше броню. Ого, неплохо так это у меня ушло ресурсов. Да, прям отлично. 500 брони больше. Плюс они на не ломайка. И плюс дополнительно эффекты даются. Вообще огонь просто супер. Босс бит. Так, так, так. Ну да, все, цифры не изменились. Все точно так же. То есть от апгрейда это не зависит никак. Здорово. Здесь у меня уже создаются. Так. Чинимся. И вот это тоже чинимся. Поставил сразу же на создание электроники в большом количестве, потому что пригодится в большом количестве. Так, репликатор, мне нужны артефакты, и мне нужны, слушай, ну, по идее, чтобы создать, так изучить, так репликатор, мне нужен только какого-нибудь босса завалить, да? Соответственно, мне нужно найти, какие нужны ресурсы, ну, какие нужны артефакты из тех, что я могу по-быстрому достать. Так, что нам нужно? Шесткость, мудрость, охотник-пожиратель. А, это я вызываю кого? Открыть портал, центр. К стражам. Это понятное дело. А кого я вызываю здесь? Кстати, а что там требуется? А, ну хотя у меня нет смысла, нет. Мудрость, охотник, пожиратель, стая целостности. Так, погоди-ка. А реально, это кого я вызываю-то? Здесь не написано.
Так, вроде бы вот этот идет. Зеленый. Нифига себе. Аж два ансента сразу. Но вроде бы никого нету. Волк, да твою мать! Волк, пошел в жопу! Не трожь животное! Скотина! Сам тронул животное. Слушай, ну здесь оно одинаково. Жесткости, мудрости, охотника. Они все одинаковые. Они все одинаковые? А какого хрена? В смысле, у нас сразу же автоматом меняется призыв? А зачем мне, в смысле, тогда на арену, если... Так, погоди. Пара-пара-па-пам. Вот. Интересно даже. Пожирателем не жесткости. Так, давай посмотрим, какие артефакты у меня вообще здесь. То есть легко добываются, которые... Вроде бы бродяги и какой-то еще вот здесь, который я уже не помню. Так. Ой. А. Это у нас хитрости. Артефакт хитрости. Не то, опять не то. Почти угадал. И снова не угадал. Понятно. А, дебил. Телепорт. Слушай, я вообще-то не понимаю, то есть... Мне теперь интересно, зачем тут на ту площадку попадать? На площадку с боссами. Или там, в смысле, будет сразу три босса? Ха, интересно, если это так будет. Так, ладно, пофигу. Ты у нас требуешься для дракона. Ага. То есть у нас есть часть от дракона, часть от гориллы. Или не бродяги там. Чё-то я вообще запутался. Чё мне казалось, что там бродяги? Ну, тупой, чё поделаешь? Так, давай на зеленый обелиск. И смотреть, что, как, да где там. Да ёпарасто. Я к этому никогда не привыкну. Так, мне нужно куда лететь? Где я вообще нахожусь там? Ага, ага, туда. Отлично. Ой. И мне, получается, нужно забраться туда, вовнутрь этого острова парящего. И вроде бы откуда-то, вот отсюда сбоку в него залететь надо. Да уж. Залетел один такой. Вот они. Ну, попутал я стороны. Хотя, может, не попутал, просто не долетел до туда. Мобов-то сколько здесь? Ужас, просто ужас. Страшно-то как мне тут. И... Оба-на. И летит же. Ну, это беспредел какой-то. Да ёб твою за ногу. А, у тебя хп аж дофига, вот я тебил. Косоглазый. У меня бы уже дробаш перетвердился бы полностью, вот, пока я вот этой фигней страдаю. Так.
Ну, бродяги же. Все я правильно помню. Какие вы там шумные соседи? Одно вопрос, нахрена мне бродяги? Я ж там даже не видел, что бродяга был. Чё-то я вообще окончательно запутался. То есть мне бродягу вообще лутать не нужно было? Понаделают кучу станков. Так. Мудрость охотника, целостность. Пожиратель жесткости стаи. Но! Бродяги здесь нету. Как и здесь. Как и здесь. А нахрена бродяга нужен? Ну, непонятно. И сюда не нужен бродяга. Никуда он не нужен. Нужен только вот как для создания матрицы. А там любой артефакт. Вот закидываешь вот так вот, хоп, уже один. Закидываешь вот так вот, хоп, уже два. Короче, жопейшин, наиполнейшин. Ладно, одно я точно могу сказать. Мне сейчас нужно будет... Ну что, да, мне нужно будет этих... Слушай, попробуем давай дракона вальнуть. От души так давай попробуем вальнуть дракона. Который летает на карте. Стоп. Мне нужно сделать ускорялку для аргентависа. Так, отлично. Ускорялочка готова. Сказал бы я. Если что, еще жму на кнопку. А их, по ходу дела, ускорить нельзя. Ёбушки-воробушки. Так, ну здоровечка тебя, во-первых. Во-вторых... А это можно? Альфач можно нельзя ускорять, а это можно ускорять. Ну хреново! У меня для вас, как говорится, плохие новости. Одна из них то, что летуны не ускоряются. Альфачевские. Ай, ладно. Ай, там же артефакт рядом. Вот я дебил. Ладно, где там зеленый обелиск? Там, конечно, будет не только обычный дракон. Мне бы его как-нибудь выманить, а потом уже в воздухе замочить. Урон как бы-то не маленький. Прокачиваться, конечно, еще есть куда. Можно немножко и прокачаться. Ой, главное крокодилу случайно не зацепить этого веселого. Или он, чтоб меня случайно не зацепил. О, шелкопряд, так твою мать, ты серьезно? 318 шелка. Ну ладно. Ладненько. Ну, дурекс там был. Ну что, будем пробовать. Не знаю, что сейчас из этого выйдет. Но будем пробовать. А он еще и в центре. Ты серьезно? Не, слушай, туда я точно на аргентависе залетать не буду. Вот так с ноги влетать, чтобы потом там аргентавис оставить, точно не буду. Погнали на разведку.
Отлично. Так, представим, я вот сейчас вот летел бы на Аргентависе, летел бы. Че, не сдох бы? Ну хорошо, хоть так. Так, здесь вроде тоже спокойно. Вот он, дракоша. Вроде других драконов не вижу. Ну давай пробовать. О, Эндерсакс. Да, нормально, урон. В ответку. Просто если... Какой же он шумный, просто ужас какой-то. Если впроканает, не вызывая боссов, то будет кайф. Так, дракон-то был повержен, это хорошо. Но мне ничего не открылось. Элемент, электроника, вот это вот и все. Дракон трофей. У меня энграммы не открылись. Угу. Мне походу без вариантов придется на боссов идти. Ну и жопошники. Ты чё, серьезно что ли? Не трожь, животное! Скотина. Ладно. Одно я точно могу сказать. Все плохо. В общем, придется мне... по ходу дела лутать артефакты. Ладно, хоть узнал это без всяких лишних жертв. И на том хорошо. Ладно. На сегодня тоже сделано немало. В следующих сериях точно нужно будет идти за артефактами. Хотя бы на одного босса. Нужно будет проверить вот эту теорию. Откроется мне все это дело или нет. Это, в общем, будет долго. Ну а на сегодня уже, как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.